Un šodienas predikis būs Latvijas zeme, kurā mēs dzīvojam. Latvija – это земля, на которой мы живем. И мы не можем отрицать, un mēs nevaram nolēst, что мы не живем в этой земле, nedzīvojam šī zemes, в этой стране. Šajā valstī. Слава Богу, Slava Dievam, что Бог создал однажды землю. Ka Dievs vienreiz radīja zemi. Он создал своим словом. Viņš to radīja savu vārdu. Он создал небо. Viņš radīja zemi. И он создал землю. Viņš radīja zemi. Это твердая земля. Un šī stiprā zeme. По которой мы ходим. Pa kuru mēs staigājam. Мы благодарим. Mēs pateicam. Что нет земли трясений, nav zemestrīces, нет наводнений, nav plūdu. Слава Богу за Латвию, Slava Dievam par Latviju, что Бог держит kad Dievs tur, в своих руках нашу землю, mūsu zemi, нашу страну, mūsu valsti, и мы отмечаем этот праздник. Svinam šo Slava svētkus, Богу Slava Dievam, за каждую нацию, par katru nāciju, которая живет в Латвии, kura dzīvo Latvijā, которая открытым сердцем kura ar atvērtu sirdi, заботится о этой земле, rūpējas par šo zemi, заботится о этой стране, rūpējas par šo valsti. Слава Богу! На каком бы языке ни говорили, но печется о этой земле. И патриотический дух есть внутри. Слава Господу! Мы очень благодарны. И первое место мы откроем. Бытие 6.1. Pirmo Mozus grāmatu, 6. nodaļu, 1. pantu. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, un notika, kad cilvēki sāka vairoties virs zemes, un tiem dzima arī meitas, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Tad Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Tad Dievs sacīja: mans gars nevar mūžīgi būt ar cilvēku, jo tas ir miesa, viņa mūžs lai 120 gadi. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. Tanīs dienās milži bija zemes virsū, arī pēc tam, kad Dieva dēli bija gājuši pie cilvēku meitām, un tās bija dzemdējušas bērnus. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Tie bija varoņi, kas bija senlaikos, vīri ar vārdu. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū, un ka viņu sirdsprāta tieksmes ikdienas vērsās uz ļaunu. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце свое. Tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskumā. Вот мы и знаем, мы и видим, mēs to arī zinām, что redzam, Бог сотворил землю, ka Dievs ir radījis zemi, и дал людям умножаться, плодиться, un cilvēkiem devis vairoties un augļoties, и владычествовать на этой земле, un valdīt uz šīs zemes, разговаривать с Богом, runāt ar Dievu, не грешить, не грекот, заботиться о земле, rūpēties par zemi. И вот люди стали умножаться. Un, lūk, cilvēki sāk vairoties. И вы заметили, когда умножаются люди, un esat ievērojuši, ka cilvēki sāk vairoties, они как бы теряют свою голову. Viņ kā viņiem zūd. Большое сборище. Они могут сломать стены, они могут сломать дома, опрокидывать машины, noplēst mājas, если эта толпа разоренная. Ja šis pulvis kļūst satrakojās. И вот умножались люди на земле. Un, lūk, vairojās cilvēki virs zemes. И у людей родились дочери. Un cilvēkiem dzima meitas. И тогда сыны Божии, un tad Dieva dēli, которые были близ этого места, kuri bija tūmā, увидели дочерей человеческих, ieraudzīja cilvēku meitas, что они красивы, ka tās ir skaistas, и брали их себе в жены, un ņēma tās par sievām, какую кто избрал, kādu, kurš bija izvēlējies. Бог предназначил, Dievs ir, что мужчина избрал женщину, nolēmis, ka vīrietis izvēlējies женщина sievieti, избрала мужчину, un sievieti а не этих сынов, vīrieti, сынов Божих.
Nevis Dieva, и Богу дарус. Это не понравилось. Un Dievam tas nepatika. И он очень сильно воскорбел в своем сердце и раскаялся, что жал, сотворил человека, как, и сказал этим людям, что вы будете жить до 120 лет. Хотя первые люди жили 900 и больше. 900 лет, представляете? Вот какая бы была у нас жизнь. А мы кто знает, сколько будем? 70, 80, 90, или 100, или 120. Но за каждый год спасибо Господу. И Бытие 26:12. И сеял Исаак земле той, и получил тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. Та ира 26 глава. 12 стих. Un Īzaks sēja tanī zemē un saņēma simtkārtīgu ražu, jo tas kungs viņu bija svētījis. И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше. До того, что стал весьма великим. Tā šis vīrs kļuva bagāts un augdams auga bagātībā, līdz kamēr kļuva ļoti bagāts. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пакотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Viņam piederēja sīklopu ganāmpulki un lielopu ganāmpulki un liels pulks kalpu, tā ka visi filistieši to apskauda. Как мы знаем, Исаак был благословен Богом. Kā mēs zinām, Īzaks bija Dieva svētīts. Он исполнял заповеди Божии. Viņš turēja Dieva paušļus. Он почитал Бога своими жертвами. Viņš godināja Dievu ar saviem upuriem. И вот он сеял семя в этой земле, viņš sēja sēklas šajā zemē, которое дал Бог. Kuru Dievs viņam deva. В наше время люди присваивают себя этот кусок мне, этот кусок. Кто-то забирает так множество, как будто другим не надо ни куска земли. Ну вот и этот человек Исаак, он был с Богом, и он сеял, и выросло много-много плода. Так что он стал весьма богатым. Он, потому что он был с Богом. Благословение. Святый. Вы, наверное, заметили, что много людей на земле, у кого-то проклятие приклеивается постоянно. То не так, то такая беда, то такая, то в грязь попал, то кто-то обокрал, то кто-то побил, кто-то еще. Проклятие незаметным образом к человеку прилипает. Когда он без Бога, а человек, который с Богом, к нему благодать Божия, и смотришь, и это благословенно, и это, и сам благословен, и семья благословенна, и земля благословенна, и общение благословенно, все благословенно. Как бы так незаметным образом. Большая разница, кто с Богом и кто без Бога, живет на этой земле. А мы живем на земле Латвии. Слава Господу. И вот филистимляне стали завидовать. И так бывает, когда кто-нибудь поднимается по этим лестницам, либо он в какой-то должности, хорошо зарабатывает, на красивой машине едет. Кто-то начинает завидовать и начинает проклинать. Но проклятия незаслуженные, они не прилипают. Невозможно Божьего человека проклясть. Слава Господу! Я вспоминаю, как пастор наш старший Алексей говорил, когда онемела ему одна сторона лица. Страшный взгляд. И кто-то смеялся, враги. О, ну все, до свидания.
Где же твое служение? Что с тобой будет? Просто открытым видом. И когда у нас, в нашей жизни, что-нибудь происходит, кто-то также открывает свою пасть и радуется. Посмотри, какая беда, посмотри, какая грешница, какой грешник. Но Господь говорит, поговорите. Я даю вам время, выскажитесь, пожалуйста. Свободный микрофон, говорите. И вы увидите, как при всех глазах я благословлю. И вот пастор Алексеев, Бог благословил. И все это онемение прошло, и лицо, как полагается, и служит уже 35 лет новому поколению будет в силе, в здравии, в могуществе, в помазании. Дай, Господь, рассмотреть каждому свою жизнь. И когда мы показываем пальцем на кого-то, посмотреть, а какие у меня плоды. Давай мы посмотрим, что у меня, что я делаю. Мы знаем обетование. Я и дом мой, мы будем служить Господу. Зато мы на этой земле. Я и дом мой. Скажите, пожалуйста, хорошо, может ты, я служим. Кто домом служит? Можете поднять руки. Кто домом служит? Я и дом мой, мы будем служить Господу. Вот к чему Господь призывает, живя на земле Латвии, чтобы мы служили своим домом. Потому что все, что у нас есть, это Богу принадлежит. Нельзя ничего присваивать. Ни землю, ни дом, никто не это. Для того мы живем. И мы ничего не теряем, когда мы это благословляем для Господа. Слава Господу! Бытие 41-54. Первая Мозес, 41 нодаля. 41-54. И наступили 7 лет голода, когда, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях. А во всей земле египетской был хлеб. Un iesākās 7 bada gadi, kā Jāzeps bija sacījis, un bads bija visās zemēs, bet Ēģiptes zemē bija maize. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Kad arī visā Ēģiptes zemē iestājās trūkums, tad tauta kliedza faraonu priekšā pēc maizes. Bet faraons sacīja visiem ēģiptiešiem: ejiet pie Jāzepa, dariet, kā viņš jums teiks. И был голод по всей земле, и отворил Йосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. Un bads bija pa visu zemes virsu. Tad Jāzeps atvēra visas noliktavas un pārdeva ēģiptiešiem, jo bads Ēģiptē pieauga. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Йосифа, ибо голод усилился по всей земле. Un visi zemes iedzīvotāji nāca uz Ēģipti, lai pirktu labību pie Jāzepa, jo bads bija ļoti smags pa visu zemi. Мы знаем, что Иосиф был благословенный человек. Мы знаем, что Иосиф был святый человек. Мы знаем, что он много протерпел. Мы знаем, что он от своих родных братьев. И часто бывает, что именно в церкви какие-то вот происходят такие вещи, что кто-то терпит от своих братьев и сестер. Но Иосиф был благословен. Хоть его в яму бросили, хоть его продали в Египет, но был Божий человек. И в этой земле египетской даже фараон, неверующий, который антихрист, который язычник, полностью, он признал Иосифа и предал его руках владение всех этих землей египетских. И когда владычествовал Йосиф, так процветала эта земля. Ши земе усплавка. И так все росло в этой земле. Та ауга висит шая земе. Все ячмени, все, слабые, все, все, что,
что было посеяно. Viss, kas bija iesāts. И только в Египте оказалось. Un tikai Ēģiptē izrādījās. Из-за этого человека Йосифа. Šī cilvēka dēļ. Что только там был хлеб. Kad tikai tur bija maize. И вот узнали. Un uzzināja. Люди, которые там находились. Kuri tur atradās. И в других странах. Arī citās valstīs. И в других землях. Un citās zemēs. Что есть там хлеб. Kad tur ir maize. И стали вопиять к фараону. Sāka kliegt faraonam priekšā. Чтобы египтяне египтеши тоже получили со своей земли хлеб. Саньемту майзе сава земе. И фараон стал, разрешил Йосифу продавать. Он фараон цапляла, есть Йозефу сак пардовать. Потому что из всех земель приходил. Йо, но висам земен наца. Когда даром раздает. Как дот павел. Люди берет очень много, много, много. Человек не млет и даст. А когда даут, уже за деньги надо приобретать? Яка пар по науду. Тогда люди берет столько, сколько им надо. Человек не тих цикл не. Они не усердствуют больше. Мы не варяк. Слава Господу. Слава там Кунгу. Мы видим, что вот человек Йосиф был. Мы был redzam, благословенным, верующим человеком. Слава Богу, слава и ты Dievam. Верующий, un и ты верующий. Ticis, значит, благословенный, значит, благословенная. Значит, к вам, к нам обратиться за хлебом духовным и физическим. Не будем этого отрицать. Слава Богу. Так и происходит за эти годы. И обращаются люди. Слава Богу. И даем слава Иисусу. Слава Иисусу. Исход 8:25. Утро Мозес грамот 8:25. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему и всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение ваше Господу, Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». Когда еврейский народ был в Египте, они просили, чтобы освободиться и от Египта и уйти, но фараон не отпускал. И тут вдруг они спрашивают евреи, что они хотят жертвоприношение принести. И фараон говорит: «Несите эти жертвы». Фараон сака несет шо супорс. Но Моисей говорит. Фараон говорил, чтобы там, на месте, у них в Египте это жертвоприношение принести. Но Моисей говорит, это будет отвратительно для этого народа. И мы видим на нашей земле, верующих людей не так уж принимают. Когда они поклоняются, когда они прославляют, когда они приносят свои приношения, когда они молятся. Для язычников это мерзость. И вот для египтян это было мерзость. Но Моисей просил, пусть отпустит, что они пойдут 3 дня к этому месту, где будет приносить жертву. И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песни мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра, только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу».
И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил песих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной, но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народ. Вот народ был в земле египетской. Лук, таута бия Египта земе. И Моисей молился, как фараон сам просил, чтобы ушли эти мухи, мушес, чтобы все было хорошо для фараона. И так произошло. И у фараона хорошо. И у его слуг хорошо. Но фараон опять ожесточил сердце. И бывает в нашей жизни, мы молимся. Вот что-то произошло в нашей жизни. И мы молимся. Но дьявол ожесточает свое сердце. Он еще сильнее нападает на кого-то из нас. Но как мы знаем, что фараон был побежден на египетской земле, так и в нашей жизни дьявол побежден. И у нас есть великие оружия. Это имя Иисуса, и это кровь Его, это Голгофский крест, это Его воскресение и Его Дух Святой. Слава Богу! И что у нас есть возможность на этой земле Латвии свободно молиться, свободно говорить, о вечности, о Царстве Божьем, мы очень благодарны, потому что Небесное Царство, оно придет в силе, с ангелами, с архангелами на эту землю. И сказано, что у Бога престол на небе, а его ноги здесь на земле, и он великий Бог на этой земле. И сказано, какой храм вы ему построите? Какой храм вы можете ему построить? Он говорит, все мое, моя земля, мое небо, мои олени, мои звери все, мои все птицы, все мое, моя вода, мой воздух, все, все. Какой храм вы можете создать? Но мы благодарны Иисусу, что Он, приходя сюда на эту землю, искупил нас и сделал нас Его храмом. Мы храм Бога Живого. Мы в Боге. И Бог в нас. Это великое чудо. И мы, как земля плодовитая, мы приняли это семя. Семя Слова Божьего. И это семя изменило нашу землю. Изменило наше естество. И мы благословенны. Слава Господу. Левит 26:3. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молотьба хлеба будет достигать вас, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Ja jūs manos likumos staigāsiet un manas baušļus turēsiet un tos pildīsiet, tad es jums došu lietu savā laikā un zeme izdos savu ražu un koki nesīs savus augļus. Un klušanas laiks sniegsies līdz vīnogu novākšanas laikam un vīnogu novākšanas laiks sniegsies līdz sējas laikam un jūs bagātīgi ēdīsiet savu maizi un dzīvosiet droši savā zemē. Pašļu mir na zemļu vašu, ļēžite! И никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча.
un es došu mieru zemē, ka jūs gulēsiet bez briesmām. Plēsīgos zvērus es jūsu zemē darīšu rāmus, un zobens arī nepārstaigās jūsu zemi. Un jūs vajāsiet savus ienaidniekus, un tie kritīs no zobena jūsu acu priekšā. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Пяти no jums vajās simts ienaidniekus, un simts jūsējo vajās desmit tūkstošus, un jūsu ienaidnieki kritīs no zobena jūsu acu priekšā. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем со мной. Un es griezīšu pie jums un darīšu jūs auglīgus, un jūs vairošu un ar jums nodibināšu savu derību. И будете есть старое прошлогодное, и выбросите старое ради нового. Un jūs ēdīsiet no vecā padoma, un kad nāks jaunā raža, tikai tad jūs iepriekšējās, kad es ražu liksiet pie malas. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возмущаться вами. Un es uzcelšu savu mājokli jūsu vidū, un mana dvēsele jūs neniecinās. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Un es staigāšu jūsu vidū, un būšu jums par Dievu, un jūs būsiet mana tauta. Бог говорит, Dievs saka, если мы исполним Его заповедь, если мы будем держаться к Нему, земля произведет много плода, Zeme dos daudz augļus. Он будет благословлять Viņš svētīs. Все, что у нас есть. Visu, kas mums ir. Даже будем есть прошлогоднее mēs pat ēdīsim. И ради нового Pagāšā выбросим все старое. Un jaunā dēļ, и он заключил с нами завет, что он всегда будет оберегать. И мы будем прогонять тьму. Слава Господу! Он дает нам и власть, и он дает нам все необходимое, все, что нужно, если только мы будем с ним, если только мы признаем его, если только мы не стесняемся перед другими людьми, что я с Богом, да, я с Богом, да, я с Богом, да, я заключила завет с Богом. Он по одной стороне, я по другой. И посредник Иисус Христос соединил меня с Отцом. Слава Богу! Из-за этого, что Сын Божий пришел на эту землю, Он сделал нас братьями и сестрами для Иисуса. И сделал Бога Отцом нашим. Слава Богу! Слава Девам! Так сильно, tik spēcīgi, так благословенно, tik svētīgi, что мы рождены mēs esam от сильного семени, atzimuši no spēcīgas от нетленного семени. Слава Господу! Слава там Иоиль 2.16. Йоэла грамота 2.16. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Savāciet vienuviet visu tautu, sveitījiet draudzi, sapulciniet tautas vecējus, savediet un sanesiet kopā visus bērnus un zīdaiņus. Līgavainis, lai iziet no savas mītnes un līgava no savas dzīvojumās telpas. Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорит, «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами? Где Бог их?» Lai priesteri tā kunga kalpi stāv raudādami starp tempļa priekštelpu un altāri, un lai saka, saudzējam žēlo kungs savu tautu, neatstāja kaunā savu mantojumu, lai citas tautas par to nevaldītu zobodamās. Kādēļ tu gribi atļaut, lai tautas par to saka cita citai brīnīdamies? Kur tad nu ir viņu Dievs? И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. Tad tas kungs stingrā apņēmībā iestājās par savu zemi un pasargāja no iznīcības savu tautu. И ответит Господь и скажет народу своему, вот я, пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам.
Tas kungs atbildēja un sacīja savai tautai, redzi, es jums došu bagātīgu labību vīnu un eļu, lai jums būtu ko pārtikt un neatstāšu jūs vairs par izsmietu tautām. И пришедшего от севера удалю от вас, изгоню в землю безводную и пустую. Переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как от него много, так как он много наделал зла. Jūsu ienaidnieku to no ziemeļiem es aizdzīšu tālu no jums projām un novirzīšu viņu sausā tukšā zemē. Viņa priekšējos pulkus es iegāzīšu austrumu jūrā, viņa pakaļējos pulkus rietumu jūrā, lai viņi tur smakodami satrūd un sapūst, jo šis ienaidnieks izdarīs daudz briesmu darbu. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Nebīsties zeme, bet priecājies un esi līksma, jo tas kungs tiešām ir spējīgs veikt lielus darbus. Господь хочет, чтобы каждый из нас Tas kungs grib, lai katrs no mums прикладывали усилия. Пилекам спек и старались, un senčamies, чтобы собрание было наполнено людьми. Lai sapulce būtu cilvēkiem piepildīta. Чтобы кто-то позвал. Lai kāds uzaicinātu. Кто-то пригласил. Kāds pasauktu. Кто-то еще собрал. Кац вел пайцинату. Не только старцев. Не тикай. Но отроков и грудных младенцев. Это и яунишь сумбернус. И пусть выйдет жених из чертога своего. Он лай изи. Иисус Христос. Лиговенс на сава нама. Иисус Христос. И церковь его невеста. Виня раудзе лигова. И сказано, чтобы плакали между жертвенником. Он из текста и раудз старк. Алтарь. И мы сегодня с утра также преклонили свои Un колени шурит, но рита, та, перед великим сельс. Именем Господа Иисуса. Барена, Иисус, варда, прекша. И мы обращаемся к Господу. Мы свешимся, для, та, для чего будут другие народы смеяться над нами? Капец, ла, цита, страу, для чего будут язычники смеяться над нами? Капец, и говорить, где Бог их? Mums, un teiks, kur ir viņu Dievs? И Бог обещает. Un Dievs Absolu. Я пошлю вам хлеб и вино и елей. Es došu jums bagātīgi gan maizi, gan vīnu, gan eļu. Драгоценное, он обещает каждому из нас. Viņš sola to katram no mums. И мы будем насыщаться ими. Un mēs ēdīsim to. И он больше не отдаст нас на поругание. Un viņš vairs nenodos mūs izsmieklam. И с Иисусом Христом. Un ar Jēzu Kristu. Он не дает нам на нас на поругание. Viņš nedod mūs Все эти годы. Visu šos gadus. Слава Господу. Слава Tam Kungam. Он изгоняет. Viņš izcen всех врагов. Visus ienaidniekus. И он наполняет землю безводную и пустую. Un viņš piepilda tukšu zemi. Разными благословениями. Ar dažādām svētībām. А врагов изгоняет. Bet ienaidniekus padzen. И говорит земле Латвии. Un saka Latvijas zemē. Радуйся и веселись. Priecājies un līdzinās. Ибо Господь велик. Jo tas kungs ir varens. Чтобы совершить это. Lai to paveiktu. Слава Иисусу. Слава Jēzum. И Матфея 6:6. Un Mateja evaņģēlijā 6. Nodaļa 6. Pants. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебя явно. Bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā istabā, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev. И 19. Стих. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Un 19. Pants. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodis un rūst tās maitā, un kur zagļi rop un zog. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodis, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi ne rop un nezog. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Во-первых, если что-то нам нужно, Pirmkārt, ja kaut kas мы закрываем дверь, mēs aizveram durvis, и мы молимся, обращаемся un mēs к Богу. Lūdzam un vēršamies и он pie нам Dieva, дает, если это по воле Его, ja tas ir pēc viņa gribas, если это
ни по воле его, ja, конечно, он этого не дает. Ну, и сказано, чтобы мы не собирали teks, сокровища на земле, держа и моль, rūdes, это все портит. Но что собирали мы для неба, где воры не подкапывают. Что значит собирать на небо? Чтобы мы благовествовали. Чтобы мы говорили людям, чтобы мы помогали им, чтобы мы желали, чтобы каждый человек, который рядом с нами, который в наших домах, который где бы это ни было, на работе или на каком-то собрании, чтобы мы желали, чтобы он состоялся, чтобы каждый человек состоялся. Просто не подставить ногу, чтобы он упал, но чтобы он состоялся на этой земле, и чтобы он мог принести много плода для земли Латвии, чтобы такой человек мог молиться за свою страну, мог молиться за народ, который живет в этой стране. Слава Господу! И еще Римлянам 9:27. А Исаия провозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. Винч побеец un ātri побеец vārdu, tas kungs to darīs uz zemes. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Un kā Jesaja to bija paredzējis, ja kungs Cebots mums nebūtu atlicinājis kādu sēklu, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma un līdzimantos Gomorai. Все зависит от Господа. Если даже израильский народ, Божий народ, был бы как песок, но сказано, что только остаток спасется. Только остаток. И мы не можем ничего против него сказать. И потому его народ говорит, если б не Господь, если б не Господь, так мы сделались, как Содом и Гоморра. Если бы Он не дал нам семя, а это семя Иисус Христос, это живое семя, и можем мы встать и помолиться. Благодарим Тебя, Господь, за землю Латвию. Благодарим Тебя, Господь, за размножение людей на этой земле. Несмотря на то, что многие уезжают. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту землю, плодовитую и сочную. Мы благодарим Господь. Да не будет никакого развращения на земле Латвии. Пусть плодится и размножаются праведники. И пусть все рассеянные, которые по разным землям, они возвращаются в свою землю, в свою землю отцов. Мы благодарим Господь за то, что Ты даешь семена. И мы благодарим за это сеяние семени на земле. И мы благодарим за плоды, которые вырастают на земле Латвии. Мы благодарим Господь. Да будет на земле Латвии прежнее изобилие. Мы благодарим Тебя, Господь. Да будет хлеб во всей земле Латвии. Мы благодарим Тебя, Господь.
Мы обращаемся к городу Рига. Будь благословенна. Будь наполнена людьми. Будь наполнена миром. Будь наполнена счастьем. Будь наполнена величием Господним. Мы благодарим за славу. Мы обращаемся к стране Латвии. Наполнена силой и славой Господней. Мы благодарим Господь за все жертвы для Господа. Во имя Господа Иисуса. Мы благодарим Господь, что Ты, латвийский народ, освободил от плена, от плена греха, от плена чужеземье. Мы благодарим Господь, что Ты изгнал врагов и изгоняешь от этой земли Латвии. Мы благодарим Тебя, Господь, что в земле Латвии от людей сострадания друг по другу. Мы благодарим Господь. Мы благодарим, что жизнь продлевается на этой земле Латвии. Мы благодарим Господь, что мы с радостью можем приносить жертву Богу нашему. Мы благодарим Господь, что Ты благоволишь к этой земле Латвии. Мы благодарим Господь, что Ты соделал много чудес на земле Латвии и соделаешь, что люди будут удивляться и скажут, что воистину это Господь. И эти чудеса, которых никогда не было на этой земле Латвии, мы благодарим Господь за мирные жертвы пред лицом Твоим. Мы благодарим, что сердца народа Латвии, она благодарна Тебе, Господь, за то, что они могут открывать свои глаза, что они могут жить на этой земле, могут насыщаться плодами этой земли. Мы благодарим за все обеты, которые Ты исполнил в нашей жизни. И мы благодарим, что Ты даешь дождь вовремя. Мы благодарим, Господь. Мы благодарим, что Ты успокаиваешь народ свой со всех сторон. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарим Господь. И всякий яд, который был на земле в Латвии, да будет уничтожен. Во имя Иисуса Христа. Все змеи и все аспиды да будут под ногами Иисуса Христа. Иисус, Ты победил смерть. Иисус, Ты победил проклятие колдовство на земле Латвии. Иисус, Ты Господь. Иисус, Ты Царь царей. Иисус, Ты уничтожил всякое проклятие. Благословен Ты, Господь. Мы благодарим, Господь. Открой сокровище на земле Латвии. Сокровище спрятанное на этой земле. Открой. Пусть земля Латвии будет богата. Спасибо Тебе, Господь. Я орошаю росой каждое утро. Да будет земля плодовитая. Благодарим, Господь. Мы возвеличиваем Твое имя великое. Спасибо, Господь. Мы благодарим за престол Бога на небесах, за Его ноги на земле Латвии. Мы благодарим, что нет подобного Бога, что это единственный Бог, который есть у нас. Спасибо Тебе, Господь. Ты благословен.
Esi на svētīts, небе, debesīs, благословен на земле. Zemi, мы благодарим за знамение Божие. Zīmēm, мы благодарим, что ты определил время жизни человека на этой земле. Zemes, мы благодарим, Господь, что ты поставил человека быть пластилином на этой земле Латвии. Šajā zemē, мы благодарим, что на этой земле правит праведные люди. Спасибо тебе, Господь, что на этой земле правят люди честные. Мы благодарим во Христе Иисусе, через Иисуса Христа, через эту призму, через этот взгляд мы видим людей праведных. Мы благодарим, Господь, мы благодарим, что ты промышляешь на этой земле Латвии. Благость Господа Иисуса на этой земле. Мы благодарим, да будешь превознесен, Господь, на этой земле Латвии. Мы благодарим, Господь, Бог, сидящий на небе. Мы благодарим, Господь, мы благодарим за умилосердие к земле Латвии. Мы благодарим, Господь, что злоречивые не утвердиться на земле, но утвердиться праведники. Спасибо, Господь, что идолы разбиваются, и они будут разбиты. Мы благодарим, Господь, что ты выводишь свой народ от угнетения и тесноты. Мы благодарим, что является слава Божия над землей Латвии. Мы благодарим, что эта земля живых. Мы благодарим, что смерть побеждена, ад побежден. Мы благодарим, праведник, Бог, Иисус, праведник над живыми. Мы благодарим, Господь, и да не будет услышано на земле насилие. Во имя Иисуса Христа, да будет богопознание на этой земле, и да поклонится все народы, которые находятся здесь, на этой земле. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Мы благословляем в это 106-летие Латвию, землю нашу, страну нашу, с этим праздником. Мы благодарим за мир, за радость, за величие Твое. Благословен Ты, Господь, все грядущие годы, в которые мы будем жить на этой земле, и от поколения к поколению, от рода род, от детей, правнуков и правнуков. Мы благодарим за землю Отцов нашу во имя Иисуса. Аминь. Воздайте Господу славу. Слава, слава, слава. Слава Господу.